Так, мы сегодня взяли ящик и будем собирать лук. Нам в гости приехала Эльвира. Это сестренка двоюродная Самирчика. Вот таким образом берем лук. Вот так, смотрите. И из земли его вот так вот достаем. Что-то он корнями прилип, смотри. О, вот, достали лук, все, и сюда кладем сухой. Вот, вот так лук. Вот так бери лук, Самирчик, смотри. И клади сюда. Вот бери любой лук вот так вот и тащи вверх. Собирай. Вон, с корнями прям. Вот так, бери вот здесь. Вот здесь у тебя, смотри, наступаешь. Не наступай. Прямо отсюда начинай, с маленьких. Вот так, тяни вверх. Вот так, стучи от земли. Да, землю стучите, чтобы упала земля. Да, вот нормально. Потихоньку клади. Вот один, два, потом посчитаем. Вот Самирчик у нас сегодня помогает урожай собирать, да? Да. Ну-ка, чистишь, что получается? Молодец. Все, это потом шелуху не надо чистить. Она высохнет. Вот у нас уже сколько получается. Вон, почти скоро будет целый ящик. Вот маленький здесь тоже Самирчик под ногами у тебя, ладно? Вот Эльвира тоже собирает у нас. Пришла в гости. К нам приехала в гости. Вот. Некоторые маленькие, да, правда? О, один у меня большой попался. Потом ручки мы помоем, хорошо? Чтобы у нас... А то вдруг случайно... Глазки не щипели, вдруг руками вытерите глазки, почешется, надо поэтому мыть обязательно. Покажи, сколько тебе. О, молодец. Вот, Самирчик трудится, как помогает. Эльвира тоже помогает, трудится. Вот у нас на зиму будет красный лук. Красный лук это называется, да? Да. Это не обычный лук, это у нас красный лук. Да. Да. Ой, мне землю достался. Да, землю обязательно вот так стряхивайте, чтобы земли не было. Давайте я вам поближе поставлю вот сюда. Кладите. Вот так. Давайте еще вон большие какие у тебя тут. Замерчик. Давайте кладите. Который не получается, оставьте. Потом еще соберем. Самир, я тебе снимаю на видео, как ты помогаешь. Ну-ка, давай, помогай. И все другие детишки, видишь, что помогаешь маме. И тоже скажешь, я тоже хочу маме лук помогать, собирать. Зимой будем лук кушать. Зимой лук помогает очень. От всех недуг спасает. Да?